эфире программа «Классный час» на Беларусь-4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Андрей Гришков и Валерия Дробышевская. Сегодня в программе. Вас ждет встреча с танцорами из Светлогорска. Во время фестиваля на побережье в Болгарии исполнилось сразу две их мечты. Об этих мечтах и расскажут сегодня девчонки. Триатлон «Юный спецназовец» – российские соревнования, в которых отлично выступили бойцы Речицкого центра специальной подготовки до призывной молодежи «СКИФ». Все об их поездке в нашей программе. А также как и где в Гомеле можно стать компьютерным гением. Творчество Пабло Пикассо становится ближе. В галерее Ващенко в Гомеле работает выставка знаменитого испанского живописца. Об этом и не только в нашей программе.